И всем привет, с вами Росиксон, и сегодня будет обзор игры Multiverse Fighters. Также, по ссылочкам в описании будет мой телеграм-канал, что там не скажу, но есть еще телеграм-чат NieR Protocol, где вы сможете спросить все связанное с NieR, просто про монеты NieR, про экосистему NieR вам ответят, а также будет ссылка на чат NieR Games, где все о играх на NieR. И как на них заработать, и разные интересные конкурсы. А также розыгрыш. Нужно будет подписаться на меня, ну еще несколько каналов. Это все будет в Google форме. Также вставить свой кошелек NieR и отправить Google форму. Все, вы участник. Сразу скажу то, что игра еще в стадии развития. И некоторые моменты могут измениться, и еще игра не полностью готова. И у меня могут быть большие неточности и упрощения. Так, Multiverse Fighters построен на блокчейне NieR, MMORPG с пошаговой боевой системой, глубоким погружением и упором на PvP и войны гильдии. В этой игре есть домашние питомцы, вы можете найти себе уникального питомца и сражаться вместе в команде. Аватары — это игровое занятие, они подчеркнут индивидуальность каждого игрока. Еще в игре есть PvP, PvE, замки и DAO. DAO и заказы. Мы решили объединить эти два пункта, потому что они тесно связаны. Заказы представляют собой важную социальную составляющую проекта. Модераторы, художники, писатели и журналисты являются представителями сообщества и развиваются вместе с проектом. А их работа вознаграждается из пула экосистемы. А это уже интересно. То есть, например, если у вас был опыт в модерстве или вы художники-писатели, то вы сможете зайти в чат NieR Games, спросить, например, как туда попасть, какие награды, ну и тому подобное. Ну или не в чат NieR Games, а также я оставлю ссылки на проект Multiverse Fighters, там можете узнать, в общем, где вам будет удобнее. Так, да, в проекте. Это голосование за ключевые нововведения. Например, выбор подходящего описания предмета, имени персонажа или добавление в игру нового оружия, разработанного одним из игроков. Непосредственное участие сообщества в работе и развитии проекта выгодно отличает Multiverse Fighters от конкурентов. Арены и турниры. Арены, как и обычные бои, могут быть как одиночными, так и групповыми, а также с разными условиями боев. Например, только кулачные бои или без снаряжения и только с ножом. Множество вариантов. Игроки в дуэли на арене сами устанавливают ставку на победу, которая может быть как жетоном, так и любым NFT. Это добавляет азарта обычным поединкам. Условия некоторых арен также могут быть предложены сообществом и выставлены на голосование в DAO. В конце каждого месяца удаляется самая непопулярная арена и проводится новое голосование. Турниры проводятся каждый день и делятся на ежедневные, еженедельные и ежемесячные. Также они будут отличаться призовым фондом и будут проходить на одной из арен, от этого будет зависеть условия поединков, разнообразный геймплей, красивая визуальная составляющая и уникальные ситуации, созданные мультивселенной. Отлично подходит для стримов и видеоконтента, что позволяет не только играть в мультивселенную бойцов, но и с интересом наблюдать за другими игроками. Полезность токена. Благодаря обширному применению и дефляционной модели, стоимость токена MF будет только расти. Торговля и аренда NFT, апгрейд и ремонт некоторых NFT, стейкинг, подбор из босс, сброс атрибутов подробнее можно будет увидеть на прилагаемой схеме. Хочу отметить, что сайт сделан красиво и удобно, и это радует. Рынок. Игроки смогут покупать и продавать предметы через прямые продажи, частные продажи или запланированные публичные аукционы на нашем внутриигровом рынке. Владение предметами и экономика. Управляемые игроками имеют первостепенное значение в последних играх с блокчейном, и поэтому мы предоставляем игрокам полную свободу действий. Торговля. Игроки смогут обмениваться NFT внутриигровыми предметами, такими как оружие, доспехи, аватары и расходные материалы. Предоставление кредита. Игроки смогут одалживать свои NFT, такие как внутриигровое оружие и предметы, другим игрокам за определенную плату. Просто NFT майнинг, система ставок, в которой наградой является NFT различной редкости в зависимости от ставок.
используйте свои сокровища. Чтобы система ставок, в которой награды являются NFT различной резкости, в зависимости от ставок. В игре есть фазы, это дорожная карта. Пока в первой фазе есть кулачные бои, пре-альфа. Но, читая дальше, есть много интересного. В общем, система кармы, турниры, склонности и многое другое. Поэтому переходи по ссылочке в описании и прочитай это более подробно. Ниже мы видим создателей и их задачи. Например, Криптонизия, генеральный директор, главный исполнительный директор, Kenny2319, игровой дизайнер. Так, теперь переходим к игре. Стоит напомнить, что игра на ранней стадии разработки, пока что, в общем-то, еще все улучшается. Например, игровые карточки использовали просто из других игр и из артов из интернета, потому что это огромнейшая работа, и разработчики к этому вернутся позже. И из-за этого каждый день что-то будет добавляться в игру или убираться. В игре уже проходил один турнир, и по ходу разработки игры, думаю, еще будет много турниров. И так вы сможете зарабатывать даже на красном рынке. Игра хорошо взаимодействует с комьюнити, отвечает на вопросы от игроков. Игроки могут быть активно задействованы в проекте благодаря системе орденов. Кстати, в игре есть дневник Виатра, и там уже есть более 10 записей, и читать их довольно увлекательно. Обязательно почитайте. Также не забывайте участвовать в розыгрыше. Все ссылочки будут в описании, в том числе и на Google форуму для конкурса, на все ссылки чат, НИР и тому подобное. Спасибо, что посмотрели этот ролик, и будьте аккуратны, удачи!